Всем привет, с вами Николай Соболев, и как вы знаете, недавно моего лучшего друга Гурама убили. Ну, умер и умер. Но власти, как всегда, скрывают правду. На самом деле убили намного больше грузинов. И знаете, это подозрительно напомнил мне фильм «Американская история X». Там тоже избивают людей по национальному признаку, а еще на них нападают на улице, а еще они нападают толпой, и в итоге они, в общем, это расизм один в один. Это Россия, бро. Yeah. Твои траблы тут не канают. «Американская история X». Смотрите в амедиатеке по ссылке в описании к этому ролику. Ну а мы продолжаем говорить правду.